еще пока не вещала в таком интересном формате. Итак, повторюсь, да, меня зовут Ольга Жужук, я фитнес- и йога-тренер, также собственник студии йога и спа, предприниматель. Нашей студии всего 2 года, я, будучи тренером и преподавателем йоги, решила создать собственное пространство, в котором мне будет комфортно, где я устрою все так, как мне нужно будет. И моей основной задачей было сделать все так, чтобы моим клиентам, тем, кто занимается у меня, было максимально комфортно, и сделать так, чтобы они ходили ко мне как можно дольше. Как вы понимаете, наши услуги, они достаточно долгое время используются нашими клиентами. Не бывает такого, чтобы человек пришел один раз, и все, и удовлетворил свою потребность. То есть нам было важно привязать наших дорогих йогов именно к нашей студии. Отмечу, что студия совсем небольшая, у нас зал всего 50 метров, вмещает максимум 12 занимающихся одновременно и всего один зал. В нашей студии помимо йога направлений есть также спа-направления, такие как массаж, шугаринг. И еще одной задачей нашей было сделать так, чтобы клиенты, которые приходили на практики йоги, они могли воспользоваться услугами массажиста и услугами шугаринга. И наоборот, те, кто хотят прийти на массаж, чтобы они могли с радостью присоединиться к группе занимающихся йогой, поскольку направления смежные. Итак, первый год, пока мы работали, мы использовали телевидение для рекламы, мы использовали группу ВКонтакте, использовали Инстаграм, заключили договор с Тугис, чтобы мы были первыми в всплывающей строке. У нас есть очень интересное направление йога в гамаках, которого не так много в нашем городе. Город тоже небольшой, 500 тысяч населения. Вот. И для того, чтобы нас узнавали, узнавали у нас первыми, да, мы использовали вот такие инструменты. А уже в сентябре 2020 года мы внедрили систему ДС, которая помогла нам отцифровать нашу клиентскую базу. Она помогла нам отцифровать рекомендации. Мы сформировали ядро постоянных клиентов, которые создают основной процент выручки. Мы с помощью программы УДС можем теперь говорить им спасибо не только устно, но и предлагая определенные услуги, товары за баллы. Также мы получаем теперь обратную связь от клиентов с помощью программы УДС. Надо отметить, что помимо того, что нам всегда ставят отличные оценки, ну это не удивительно, у нас очень высокое качество предоставляемых услуг, также много настоящих отзывов тех людей, которые пишут нам слова благодарности, и это, безусловно, очень ценно. Также программа УДС дает нам возможность принимать онлайн-заявки на услуги и, как я уже сказала, перенаправлять клиентов с массажа в йога-студию, из йога-студии на массаж и на шугаринг. Итак, для быстрого продвижения что мы делали? Мы сделали визуальные макеты с логотипом студии, опубликовали информацию о внедрении нашей системы на нашем страничке ВКонтакте, в Инстаграме, сайт, естественно, у нас тоже есть. Провели обучение, аттестацию сотрудников администрации и поставили перед ним и задачу. Я хочу отдельное спасибо сказать нашим администраторам, которые с удовольствием включились в процесс, они помогали устанавливать программы, они помогали, у кого были какие-то вопросы, прямо нажимали вместе с людьми на нужные кнопочки и говорили о том, что обязательно поставьте программу и будет вам счастье. Ну, как вы знаете, всегда приятно получать что-то, да, то есть как бы когда ты покупаешь услугу, которая тебе интересна, которая тебе нужна, всегда здорово, когда ты еще понимаешь, что часть
от тех денег, которые ты потратил, еще вернется тебе, и ты сможешь еще исходить дополнительно на массаж, или получить футболку, или получить какое-то бонусное занятие. Мне самой всегда приятно, я всегда радуюсь, если я куда-то прихожу, я вижу, что есть программа УДС, и у меня есть возможность получить дополнительные баллы. Вот. Спустя 3 месяца работы системы мы запустили конкурс рекомендаций. И, кстати, по поводу конкурса рекомендаций, я не могу сказать, что это прям был, ну, очень большой охват тех, кто присоединился, но качество тех, кто присоединились, практически все, кто присоединились по этим рекомендациям, пришли к нам в студию и стали ходить. Это очень здорово, это очень классно. Итак. Дальше у нас в студии есть дополнительная услуга, сопутствующие товары. Водичку мы предлагаем, она стоит всего ничего 20 рублей, но раньше мы предлагали, до пандемии, мы предлагали нашим клиентам чай. К сожалению, по требованию Роспотребнадзора мы больше не можем этого делать. И теперь мы продаем в студии воду. И я хочу отметить, да, спасибо нашим администраторам, 100% операций тоже через УДС проводятся. Люди говорят, да что там 20 рублей? А администратор говорит, мелочи приятно, давайте проведем. И это очень здорово, очень классно. Итак, в нашем прайсе есть 9 категорий, 73 товара, и в ближайшем времени количество товаров будет увеличено. Есть новые направления и в массаже, есть вообще, в принципе, мы закупаем там коврики с нашими логотипами, делаем интересные футболки, которые будем потом отдавать за баллы, и клиентам это нравится, они всегда интересуются, сколько же баллов у меня скопилось, а на что я их могу потратить, и еще одно интересное направление мы... Предлагаем за баллы покупать индивидуальные занятия, поскольку если сравнить с общим как бы ценником групповых, индивидуальные занятия значительно дороже. То есть если в среднем занятие по абонементу стоит там, от 270 до 350 рублей, то занятие с тренером стоит 1000 рублей. И программа ОДС помогает накопить баллы, ходя на групповые занятия, и прийти к любимому тренеру, позаниматься с ним индивидуально. Ты сразу по-другому занимающийся чувствует там свое тело, у него улучшается результат, он может задать необходимые вопросы, выстроить практику с учетом его индивидуальных особенностей. И это тоже очень здорово, и это тоже очень востребовано у нас в студии, поскольку раньше так активно индивидуальные занятия у нас в студии не проводились. Одной из задач было как раз-таки развить это направление, поскольку это также дает возможность, ну, так скажем, привязать клиента больше к нам. Когда еще занимающийся приходит заниматься один на один с тренером, устанавливается очень приятный, теплый, близкий контакт, и вероятность того, что он останется с нами надолго, намного возрастает. Как вы видите из презентации, каждый, кто устанавливает себе программу ОДС, получает 250 приветственных баллов, которые он может обменять на первое пробное занятие. У нас не было такой опции, чтобы было первое пробное занятие бесплатно. Так вот, программа ОДС помогает предложить нашим гостям, нашим клиентам занятия бесплатно, за баллы, обменять за баллы, и это тоже очень сильно стимулирует их, чтобы устанавливать программу ОДС, вот, и возвращаться к нам снова уже дальше за абонементами. И тоже одной из таких проблем моих было, поскольку люди некоторые занимаются у меня долго, много лет, уже установлены такие теплые, доверительные, как я сказала, отношения, что дарить ко дню рождения. И программа ОДС помогла решить этот вопрос. К дню рождения мы дарим 250 баллов тем, кто оцифрован в нашей системе. Это очень приятно. Итак, дальше. Да, как вы видите, результаты очень хорошие. Вот сейчас база насчитывает 502 клиента. И я еще хотела отметить, что...
среднем получается абонемент в нашей студии, если пересчитать на годовой. У нас нет годовых абонементов, мы продаем по месяцам из-за того, что студия маленькая, ну, есть специфика своя, мы не делаем большие карты. И если пересчитать на годовой абонемент, то в среднем в год клиент у нас составляет от 30 до 40 тысяч рублей. Это сравнимо с абонементом в такой очень хороший фитнес-клуб с бассейном и другим статусом. Я повторюсь, у нас маленькая студия, но благодаря тому, что у нас есть система ОДС, люди, получая бонусы и подарки, все равно выбирают нас, несмотря на то, что вот по цене мы опуститься ниже не можем, это будет для нас нерентабельно. И программа ОДС помогла решить, такой конфликт, можно сказать, потому что некоторые, да, раньше говорили мне, почему я должен ходить в вашу студию, у вас получается дорого. Сейчас я не слышала такого от клиентов от наших. Вот смотрите, по кнопке в приложении UDS App карту постоянного покупателя получили уже 158 человек. 23 из них совершили покупки и принесли студии около 200 тысяч рублей. При среднем чеке в 777 рублей. Получено у нас 247 отзывов, это с сентября 2020 года. Средняя оценка компании держится на 5 из 5, и 30% текстовых отзывов, об этом я уже говорила. Фактическая скидка за весь период не превышает 3% от всех поступивших в кассу средств. Еще я хочу сказать, что была придумана очень интересная система, при которой кэшбэк, который получает клиент, ходя к нам в студию, увеличивается от того, чем больше денег он оставляет у нас в студии, тем больше кэшбэк он получает. И мы их назвали по-разному. У нас есть новички, у нас есть йоги, у нас есть продвинутые йоги, есть летающие феи, есть гуру. Ну, до гуру пока еще не допокупали у нас, но все впереди. Итак, 58 клиентов пришли по рекомендации, 12 из них совершили покупки. Оборот студии повысился на 32% в сравнении первого и последнего месяца работы, то есть сентябрь и февраль мы сравнивали. В середине полугодия были месяца с выручкой плюс 10%. 2020 и 2021, январь-февраль, вырос в 2 раза. Я очень довольна, это очень здорово для такого небольшого бизнеса, это очень хороший результат. Итак, клиенты, как я уже говорила, с азартом рассказывают о том, что копят баллы, им приятно то, что помимо того, что у нас проходят постоянные какие-то занятия, в рамках нашего постоянного расписания, мы еще проводим интересные мероприятия. К нам приезжают из Москвы, гонг, медитации, разные танцевальные направления. И приходя и покупая участие в таких мероприятиях, клиенты также получают кэшбэк. И это очень приятно тоже. А вот внедрение и сопровождение системы ОДС Клавдия Голубцова, спасибо ей огромное, она пришла буквально за один день, сказала, вам это надо, и я ей очень благодарна за это. Спасибо вам большое, если есть какие-то вопросы, задавайте, да, осталось там совсем немного времени у меня, долго я говорила. Ольга, спасибо большое за ваш кейс. Прям вот я в восторге, когда вот придумываете такие классные статусы, когда йог со стажем, гуру, фея, это вообще здорово. Мне кажется, это очень вовлекает клиентов вот подняться до летающей феи, набрать туда нужных баллов. Друзья, как вам кейс? Дайте обратную связь, пожалуйста, в чат. Может быть, какие-то вопросы к Ольге есть, пока есть минутка. Я пока приостановлю запись. Так.